Для Юлии Кузнецовой путешествие – главный источник вдохновения. Прошлым летом художница впервые посетила Анталию. Прогулки по старинным улочкам вдохновили на написание целой серии картин. Так и родилась выставка под названием «Берег турецкий», «Корабли», «Старые бухты» и много-много цветов. Мне нравится, как вот получились, с моей точки зрения, посредством художественного выражения бухты. То есть это бухта «Старая гавань» в Анталии и тоже вот «Старая бухта». Вот. Мне нравится писать лодки, пейзажи, средиземноморские такие бухты и гавани. Вот они очень вдохновляют, чтобы такая задача была у живописца – показать воздух, морской воздух, свежесть, вот это, дуновение ветерка, и вот это общее состояние, вот общее впечатление вот передать вот это зрителям. На картинах можно увидеть и сочинские бухты. Работы выполнены в стиле французского и русского импрессионизма. Их особенность в отсутствии черной краски. По словам посетителей, на полотнах много солнца, света, воздуха и цвета. Впечатление шикарное, потому что видно, сколько труда в работах. Это видно. И она честно работает. И дай бог ей развивать цвет дальше, потому что цвет у нее хороший. Создавать цвет – это не каждому дано. Цвет сочинить очень тяжело. А взять тот цвет, который только есть, это мало. Надо обязательно добавлять свой цвет, свои ощущения цвета. Выставка картин Юлии Кузнецовой «Берег турецкий» продлится до 13 мая. Виктория Шарая, Галина Топилина, Константин Головин. События.